Эта фара шикарна. Лучший подарок велосипедисту. Почему? Давайте разберемся. Начнем с комплектации. Помимо фары, зарядника и блока из четырех аккумуляторов 18650, в коробке также есть сменное рассеивающее стекло, резиновые фиксаторы для разных диаметров труб, провод-удлинитель, дополнительная липучка-фиксатор, крепление на голову. Все это упаковано в жесткий бокс на молнии. Фара крайне комфортная в эксплуатации, потому что спектр света у нее нейтральный белый. На мой взгляд, это идеальная цветовая температура для восприятия глазом. Стекло, вернее линза, совмещено с рефлекторами, меняется откручиванием кольца фиксатора на фонаре. Под кольцом тонкая резиночка, отвечающая за герметичность. Ее легко потерять, будьте аккуратны. В комплекте также идет рассеивающая линза, которая дает угол обзора на 20 градусов больше, но режет дальность луча. Для скоростных покатушек подойдет обычная линза, а вот для ночного ориентирования рассеивающая будет очень в тему. Во время поездки ночью на третьем режиме видно абсолютно все, зачем четвертый непонятно, но блин круто. А теперь пару слов о ТТХ. Акума Panasonic емкостью блока 6800 мАч, 4 режима работа, слабый, средний, сильный турбо, никаких стробов и сос-режимов. Защита от воды IPX6. Я пока в ливень не катал, но сильный дождь фаре вообще по барабану. Корпус анодированный алюминий, противоударный. Фара массивная, на сильной пересеченке может ползать по рулю, лечится небольшим кусочком двухстороннего скотча. Заявленное время работы реальное, на слабом режиме 3,5 суток нон-стопом. Фара греется, но отвод тепла работает хорошо. Кнопка включения имеет 4 цвета индикации. Зеленый от 100% до 75%, синий 75-50%, оранжевый 50-25% и красный 25-0%. А при запасе аккумулятора менее 5% красный начинает мигать. Очень удобно. Включается двойным кликом. Выключается удержанием, при этом запоминает последний режим работы. Единственный минус, который я обнаружил, фара слепит людей. Минус спорный, но все же слепит все, вы скажете. Да, конечно, все, но это слепит даже на ближнем режиме. Правда, направив ее немного вниз, большинство проблем с ослеплением решается. В целом, эта фара шикарна, и я без зазрения совести ее всем рекомендую. Я ее протестировал в жестких условиях, а этой осенью она переживет еще более жесткие условия, подробнее чуть позже. Так что я рекомендую. Спасибо магазину GearBest за предоставленное снаряжение. Купить фару можно по ссылке в описании.